Елена Яковлева – одна из самых узнаваемых актрис российского кино. Валютная проститутка из «Интердевочки», хладнокровная Каменская, хирург Ирина Павлова в «Склифосовском». Каждая героиня Яковлевой в той или иной мере нуждалась в любви. Самой артистке посчастливилось найти избранника, рядом с которым хотелось провести всю жизнь. Личная жизнь актрисы не является тайной, она не скрывает ее от своих поклонников. Она постоянно упоминает о своем любимом муже и друге во всех интервью. Елена гордится его успехами и часто рассказывает историю их невероятного знакомства. Сегодня мы расскажем о семье, личной жизни, мужьях актрисы и ее единственном и довольно экстравагантном сыне. Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский, Житомирской области, Украины. Ее мама, Валентина Павловна, работала в НИИ, отец Алексей Николаевич был военнослужащим. Лена росла хорошей дочерью. Она не только помогала матери по хозяйству, но и присматривала за младшим братом. Девочка с раннего детства хотела стать актрисой. В давние времена ее прабабушка была крепостной актрисой, игравшей в театре своего барина. Гены родственницы проявились в ее правнучке, Елене. На школьном выпускном Лена загадала заветное желание – стать актрисой. Мечта девушки исполнилась, однако для этого пришлось хорошо потрудиться. Она подала документы в Харьковский институт культуры, но поступить туда ей не удалось. Елену оскорбил отзыв преподавателей, утверждавших, что в ней совершенно нет творческой заразительности. Она принимает решение – уехать в Москву, поступить в театральный вуз. Для этого нужны были деньги. Елене приходится 2 года трудиться библиотекарем, картографом и комплектовщицей местного завода. В 1980 году она подает документы в ГИТИС, сдает вступительные экзамены. И в этот раз абитуриентка наповал сразила комиссию своей способностью создавать комические ситуации. Не принять ее на учебу было просто невозможно. Для своего выступления Елена подготовила басню Крылова о вороне и лисе. Изображая ворону, она вставала на стул, чтобы перевоплотиться в лисицу, спрыгивала на пол. Ее подвела некачественная мебель. В один прекрасный момент сиденье провалилось. Девушка намертво застряла в обломках. Дальше надо было читать отрывок из Толстого. Для большей реалистичности Яковлева упала на колени. Высокой комиссии пришлось прослушивать ее стоя, так как девушку просто не было видно. Елену зачислили на курс Владимира Андреева. В ГИТИСе у студентки отбоя не было от поклонников, но самым настойчивым и упорным оказался Виктор Раков. Какое-то время студенты встречались, а потом расстались на втором курсе. Разошлись мирно, осознав, что юношеские чувства никогда не перерастут в крепкий союз. Вскоре Яковлева переключилась на другого однокурсника, Сергея Юлина, и на этот раз вышла за избранника замуж. Как оказалось, артистка поспешила с важным решением. Брак распался уже через полгода. «Просто все мои подружки повально выходили замуж, и я как-то заодно. Но потом мы оба подумали, что не получится жить вместе. Там все уже шло к концу. Он уехал в Читу к маме с папой. Спустя много лет я была на гастролях там, а он оказался главным режиссером театра, где я выступала. Сергей пришел с женой ко мне в гримерную, она была в положении. Мы мило пообщались», – рассказывала Яковлева в интервью. После окончания вуза Яковлева начала свою театральную карьеру в «Современнике». Устроившись в театр, артистка стала общаться с Валерием Шальных. Поначалу коллеги были просто приятелями. На гастролях они много гуляли и разговаривали, а после одной из таких поездок присмотрелись друг к другу. Не желая тратить время даром, влюбленные съехались. Сперва ютились в комнате в общежитии, затем в небольшой квартирке напротив «Матросской тишины». В 1989 году на экраны выходит один из самых популярных фильмов времен перестройки и лидер советского проката. Кинолента «Интердевочка» принесла Елене Яковлевой невероятный успех. Режиссером фильма был знаменитый Петр Тодоровский, снявший сценарий по повести Владимира Кунина, где раскрываются подробности жизни валютных проституток. Этот фильм произвел в стране настоящий фурор. Изначально в нем была заложена здоровая мораль, но игра Елены Яковлевой была такой яркой и убедительной, что у многих школьниц просто вскружила голову. Они тоже мечтали пойти по легкой и скользкой дорожке Татьяны Зайцевой, чтобы иметь возможность изменить свою серую жизнь. Внимательного, вдумчивого зрителя фильм поражает правдой жизни, трагедией, которая разворачивается на его глазах. Но все же вернемся к личной жизни актрисы. Только спустя 5 лет Яковлева и Шальных расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. По признанию Елены, брак они зарегистрировали, чтобы на гастролях заселяться в один номер. Впрочем, об этом шаге артистка никогда не жалела. Ее брак с артистом длится уже более 35 лет.
Хотя у них, как и во многих семьях, случались кризисы, несмотря на мысли о разводе, возникавшие во время бурных ссор, всерьез и надолго супруги никогда не расходились. Один раз практически дошло до развода, но тут тяжело заболел их любимый питомец – спаниель Гриша. Беда их сплотила. Мы передавали друг другу капельницу 5 суток без сна, чтобы спасти собаку. Но и после этого разбегаться перехотелось, делилась Елена. Вообще супруги отличаются огромной любовью к собакам, и в их доме постоянно проживает сразу несколько любимцев разных пород. Псов зовут Рваное Пузо, Ярус, Алекс и Юстас. В последние годы актриса и вовсе перестала ругаться с мужем по мелочам. «Надоело, тем более, что мы всегда знаем, чем закончится скандал. Помиримся», — поясняет звезда. «За столько лет совместной жизни мы срослись с супругом. Знаем, что другой скажет в следующую минуту, что сделает. Мы, безусловно, добрые товарищи. Люблю, когда муж делает сюрпризы, моет посуду или пылесосит. Валера сейчас не работает, он на пенсии, помощницы по хозяйству у нас нет. Я из-за работы не успеваю заниматься домашними делами. Иногда, конечно, приходится вспоминать, что я тоже умею убираться. Вот так и справляемся сами». Елена и Валерий воспитывали 2 детей. Кроме общего сына Дениса, еще и дочь Валерия от первого брака – Екатерина. Катя когда-то хотела идти по стопам родителей, однако сейчас работает экономистом. Денис закончил Оксфорд, выучился на режиссера, но затем получил другую специальность – стал фитнес-тренером. Последние несколько лет окружающие только и делают, что обсуждают единственного наследника Яковлевой. Внимание общественности привлекали прежде всего многочисленные татуировки Дениса, особенно на лице. В знак солидарности с сыном Елена тоже сделала себе тату на спине, хотя она не слишком одобряет его увлечение. Необычное хобби началось с возмущения парня работой Почты России. Новогодние подарки родителям пришли с опозданием, и шальных набил надпись «Русская почта». Несмотря на то, что Елена была против татуировок сына, она всегда защищала его перед другими. Мол, зато сын не наркоман, не негодяй, а человек, занимающийся бодибилдингом и ведущий здоровый образ жизни. Денис всерьез увлекается фитнес-культурой и созданием музыки. В 2017-м сын Елены Яковлевой тайно женился на Виктории Мельниковой. Казалось, отношения с женой вдохновляли Дениса на свершение. Он работал воспитателем и парикмахером, дебютировал на театральной сцене, снял собственный клип. Но спустя 1.5 года наступила черная полоса. Брак распался из-за измен мужчины, а из барбершопа его уволили. Скандальные истории продолжались. То Денис красил бороду в розовый цвет, то сводил татуировки, то снова набивал на теле рисунки, начинал встречаться с кем-то, но быстро расставался. Неоднократно Яковлева говорила, что сын еще ищет свое место в жизни. Судя по всему, так и есть. Сейчас мужчина подрабатывает барбером и фитнес-тренером, занимается бодибилдингом и рассказывает подписчикам о любимых котах. О внуках актриса пока и не мечтает. По словам наследника, он не готов стать отцом и лучше заведет еще одного питомца, чем ребенка. Когда супруг актрисы сказал, что хочет построить дом за городом, Елена была против. Но со временем супруги возвели из бруса дачу. На семейном совете решили пригласить дизайнеров из передачи «Идеальный ремонт», которые учли все пожелания хозяев и сделали глобальную перепланировку дома. Если говорить о стиле, в котором отделано помещение, то дизайнеры выбрали направление кантри. Стены из бруса покрасили в светло-зеленый цвет. Окна украсили красивыми и легкими портьерами бежевого тона с цветочным узором. Кухню объединили с гостиной. Шкафы установили вдоль одной стены. Вся мебель сделана из массива дерева и выкрашена в бежевый цвет. Кухня небольшая по размеру, но довольно вместительная. Около дивана стоит небольшой журнальный столик, сделанный из дерева. Рядом несколько пуфиков такого же тона, что и диван. Напротив сделали камин, символ домашнего уюта. На редких снимках без макияжа у актрисы заметны морщины в области глаз, что неустанно подмечают хейтеры. Однако поклонники уверены, что кумир прекрасно выглядит для своего возраста. «Мне неприятна сама мысль о старости», – признавалась Яковлева в интервью. «Периодически я делаю уколы красоты, но из-за напряженного графика нарушаю системность и пропускаю инъекции. Понимаю, что не смогу убежать от возраста. Этот вопрос заставляет меня нервничать, переживать, но подстегивает к борьбе за красоту».